жирные они будут залипать себе ниже. На самом деле она снижает, конечно, текучесть, это не очень хорошо, но зато повышает время высыхания. Очень неприятные свойства, если размок принесешь, он весь вытекает. Вот тряпка – главный инструмент художника, не забывайте. Ой, грязный, понадобится. Теперь начнем сверху. Сделаем не так. Ну, закладываем, как всегда, теплое. Потому что это все, конечно, иначе высветлится и уйдет. И не знаю, там желтый вообще когда-то будет. Так, синий и желтый, чтобы не был слишком откровенный, такой красный. И теперь перейдем на синий. Так, ну какой мы сделаем тут? Помним цвет после высыхания. Вот. Единственная задача, чтобы оно не было слишком полосатым. Вот видите, она аж немножко скукоживается. Это вот за счет вот этих присадок. Надо разбить, они слишком похожи. Значит, ну давайте сейчас сюда. Просто я сейчас эскизно делаю, на самом деле здесь можно было внутри поиграть с цветом. Зелень еще чем, если помогу делать, чем она рискована, тем, что она такое едва уловимое, ажурное. Чтобы это было, можно сделать в два или в три. И справа. Сверху. Там будет все предыдущее. На сухая кисть. Брызгу использую. Вот. Тихо. Так, хватит. Так, все, переходим к самой архитектуре. Немножко вяло, вяло это получилось. Ловить, ловить момент, это тут уже сухо, но в этих случаях, чтобы оно не повторило нам крышу. Когда трубы распределяем, то просто создаем некую композицию. Можно подвигать, посмотреть вот их как бы взаимодействие друг с другом, ближе, дальше. Что если вот эта кисточка не размахивается. Дальше. Он немножко разойдется, потом можно добавить, усилить. Конек, понимая, что крыша все-таки, как бы, это отражение неба в какой-то мере, они не должны быть плотными. Поэтому ну, давайте сделаем более синим. Вот видите, такие мелки, они очень мало в них этого самого, они именно в коричневом. Примерно, да? Вот смотрите, насколько погасло. Да? Скажем, пусть это не теплая сторона. Скажем, пусть это здесь более теплая сторона.
можно сделать растяжку более теплую. Охристый забор сбоку. Ну, сначала мы давайте заложим дорожку, чтобы вы поняли. Поскольку сейчас сыро, я размачиваю просто кистью с каской. Не водой с этой стороны. Стараться, чтобы дорожка. Но при этом не терять целостность. Потому что как только мы начинаем увлекаться каждой досточкой, то у нас все это, к сожалению, сильно утемнять не стоит. Так, теперь контрасты здесь. Заодно можно добавить какие-то детали. Можно еще, конечно, здесь поиграть вот в этих. Снизу, чтобы взять сорта. Можно еще. Так. Просто пока еще зерсть не занимает стены. Оставить такой просветик. Сейчас еще одну часть. Она все имеет тенденцию мощного просветления. Не зеленая краска. Какие-то сюриковцы, импрессионисты, они увидят там чуть-чуть земли. Там у них такой красный больше. Теперь уже давно пора вот эти контрасты. Не тянуть одной линией, а просто пить. Так. Просто пока еще зелень полумокрая, надо здесь что-то придумать. Так, ну давайте попробуем какую-то еще намек на структуру. Вот. Ну и такие. Это одно, другое, что-то другое. Вот. Вот если бы сейчас я заложил здесь резервуар, то, конечно, я вообще никаких проблем не было. Потому что стер и спокойно теперь штырку не двинуть. Здесь. При более детальной там можно растяжку делать. В каком-то месте окна более, скажем, сверху более плотные. Где-то даже некий намек на занавеску сзади. Конечно, сделать и. И нужно бы сделать наличники. Не наличники, это рамочки коричневые. А внутри сейчас потом, ну, чтобы не обходить, не мучиться. Дальше уже это. Не такой вот, мне кажется, называется. Ну, в общем, на этом пока все. Дальше я спокойно закончу, чтобы вас не мучить. Все, хватит. Пока хватит. Немножко. В чем ошибка? Можно было еще плотнее сделать правую крышу. Ну, это, в принципе, никогда не поздно исправить. Вот. Остальное, ну, просто слишком большая эскизность. Так что, все, сыту. Это все. Спасибо. Приступайте. Можете сесть в этом дворе и все это делать. Ну, следить за тоном, я говорю, вот всегда вот как бы соотношение этого к этому. Вот, ну, здесь явно, наверное, просится еще действительно сидеть. Может быть, поспокойнее, вот это я слишком разыгрался здесь. Ну, это уже смотря какие задачи. Это деталь. В детали хорошо, вот, ну, вкусно поиграть в выбоенных кирпичей. Ну, не увлекаясь там каждым кирпичиком, но вот
некая мера между вот той условностью. А вам за ваши злые глаза тоже учтется. И в ту же сторону.